Главным событием второго экономического форума в Ульяновской области стало выступление губернатора Сергея Морозова с инвестиционным посланием. В нем глава региона обозначил основные точки взаимоотношений с инвесторами и указал направление дальнейшего развития. Нам нужно обязательно сохранить преемственность наших правильных решений, проводить такой вот экономический форум, который бы позволял нам отвечать на очень важные вопросы. Что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить неукоснительный рост экономики в Российской Федерации, в Ульяновской области, и сделать так, чтобы мы были одним из лидеров в этом процессе. Губернатор отметил, что с этого года в области начинается новый этап инвестиционного развития. С 2005 по 2017 годы объем инвестиций в региональную экономику вырос многократно и достиг 750 миллиардов рублей. Реализовано 115 проектов, и не ушел ни один крупный инвестор. На достигнутом нельзя останавливаться ни при каких условиях. Поэтому начавшийся этап будет связан с 5 региональными инициативами – предпринимательской, технологической, управленческой, социальной и созданием цифровой экономики. Очень много сделано, но еще больше предстоит сделать. Это, и безусловно, все, что касается улучшения предпринимательского климата, переход на разрешительную систему на базе цифровых технологий и минимизации общения получателя услуги, предпринимателя и чиновника. Мы стремимся к тому, чтобы исключить практически человеческий фактор при оказании услуг. Цифровая экономика – не единственное направление будущего, на которое будет делаться упор в области. Наряду с ней будет развиваться, как отметил в послании губернатор, возобновляемая энергетика. Присутствующие на форуме федеральные эксперты отметили важность и своевременность такого решения. Большое будущее за этим кластером, и то, что здесь такой кластер планируется сделать, что частично уже подписано соглашение, это, конечно, очень большой шаг на пути вот такого нового сектора экономики. Инвестиционное послание носило комплексный характер. В нем обговаривались не только заботы предпринимателей, но и развитие социального сектора. На этот важный пункт также обратили свое внимание московские гости экономического форума. Регион уже перешел на новую стадию развития инвестиционной политики, когда в самом начале 2000-х говорили про льготы, сейчас мы говорим про комфортное жилье, про то, как привлекать умные кадры, и чтобы умные кадры не уезжали из Ульяновской области. Развитие человеческого капитала обозначено в качестве главных направлений инвестиционного послания. Ведь без человека никакие экономические преобразования не нужны и не имеют смысла. Егор Цтов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.